Всім привіт! До головної української шоу-бізнесової церемонії лишилося 3 місяці. Як і до появлення нових айфонів в Україні. Вот только у нас сьогодні новості поважніше. Це M1 Music Awards News. І з вами в студії Юрій Трічак. Та Вікторія Батуй. Ну, і наоборот. Далі у випуску. Діджейський сет, зіркові гості та поцілунки. Як святкував випуск нового альбому гурт «Оторваль». Делать. Хто виконав головний хіт цього року? Це мурашки по кожі. Якими методами продюсери стимулюють своїх артистів більше працювати заради нагород від М1? В 90-х так делали. У кожній програмі ми будемо розповідати про одну з номінацій M1 Music Awards. Сьогодні мова йтиме про хіт року. Хіт – це коли постійно слышиш і просиш виключити. Ця пісня починає тебе бісити, а сам такий під коктейль в клубі «Ай-не-не-не-не» і знаєш всі слова наизусть. Під які треки цьогоріч танцюють українці та кого замовляють на радіо – дізнаємося просто зараз. У мами дома на кухні так хорошо. Посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел. О, мама, если бы знала, о ком я молчу. Но о нем говорит, мама, просто не хочу. Хитом года этого стала песня «У мамы» Потапа и Насти. Попробуйте меня переубедить в другом. Я горжусь этой песней. Она действительно по-настоящему написана с душой. Думаю, что выиграет «Время и стекло». У мамы, конечно, хорошая песня. И продюсер у нас самый лучший. Но, естественно, я буду болеть за свою группу. Потому что у нас песня, наверное, потому что разрывает танцполы. Наверное, потому что все это мои чувства. Одновременно радостно и почему-то грустно. Ну, что-то такое. И на сопилке кто-то играет. Классная песня, классный клип, ребята очень клево двигаются. У нас очень большие шансы посоревноваться с нашим любимым Потапом. Але яку пісню офіційно визнають хітом року у спільній номінації М1 та Хіт FM вирішують не виконавці, а популярність в теле- та радіоефірі. Це і хіт-паради, це і участь пісні в програмах по заявкам. І хоча цього року «Время і стекло» презентували аж 2 сингли, святкувати перемогу над Потапом ще зарано. Наверное, потому что только начинает свое восхождение, поэтому я думаю, что рано говорить, потому что это уже состоявшийся большой хит. Стала ли песня 404 хитом? Она была замечена и она игралась в радиоэфирах, но она, в отличие от предыдущей, была не столь прилипчива. Складно було не почути цього року «Лободу» із синглом «К чорту любов». Хітяра. Я живу в центрі столиці, і з кожної машини, яка їздить по центру міста, звучить пісня «Лободи», гімн всіх жінок. Но мало того, цю пісню перепівають навіть мужчини. А може, «К чорту любов»? Все понимаю, но я опять влюбляюсь в тебя. А може, «К чорту любов»? Все хорошо, ты держись. Раздевайся, ложись. В последние годы у нас проходят под знаком противостояния Лободы и Тины Кароль. Поэтому, если бы в этом списке не было Тины Кароль, тоже было бы неправильно. Сдаться, ты всегда успеешь. Эти золотые слова «сдаться, ты всегда успеешь, нам для счастья многого не надо», момент не упускает, а и мурашки по коже. Песня «Сдаться, ты всегда успеешь» меня поразила тем, что очень качественная саунд-продюсерская работа, которая вывела, мне кажется, ее также на новый уровень. Давай займемся любовью. Усі шанси потрапити до номінації має Макс Барський. Макс однозначно крут. І от «Давай займемся любовью» пісня в його стилі порвала всі диско. Хто не хоче зайнятися любовью, скажіть мені, пожалуйста. Утім, не лише поп-музика наповнює теле- та радіоефір. Також в цьому списку одна з лучших пісень, я вважаю, цього року. Пісня, яка дуже довго доходила, але хітом вона стала тільки в цьому році. Це «Бумбокс. Люди». Должна быть номинация, Мадин, «Бумбокс года». И «Бумбокс года» получает номинацию «Бумбокс года» 2016-2017. З наближенням церемонії прорватися до номінації «Хіт року» стає дедалі складніше. Когда мы говорим «Хіт года», мы имеем в первую очередь песню. Песню, которая не просто стала слушателям известна, а она легла в полочку их памяти и легла надолго. Яка пісня найбільше полюбилася українцям? Дізнаємося вже 10 грудня на церемонії M1 Music Awards. Перепустка в номінанти M1 Music Awards –
це кліп. Але просто наявність музичного відео ще нічого не гарантує. Кліп має бути рейтинговим. Кліп должен быть как минимум таким, щоб його можна було досмотреть до конца, не відвлекаясь на соціальні сети. Насправді, статуетки M1 Music Awards можуть принести тільки найпопулярніші кліпи нашого ефіру. Міла Єремєєва дізналася імена виконавців, чиї рейтинги на сьогодні не дотягують до перемоги, і відправилася до їхніх продюсерів. Традиционная рубрика «Новости дна». Да? Угу. Что делать, когда артист идет по наклонной? Куда бежать? Кому обращаться? Спасет всех только скорая шоу-бизнесовая помощь. Только на нашей церемонии победители выбирают не какие-то там судьи, а зрители М1, которые голосуют пультом. У меня на руках рейтинги клипов. Что скажет продюсер Алёши, когда узнает, что его артистка может остаться без награды? Какой интересный сериал, Вадим Лисидзе. Да господи, твоя здравствуйте! А я к вам пришла. Вы выгоняете гостей из своего дома за плохие новости? Ну нет. Пыталась их решать потом как-то. Вадим, если бы премия была сегодня, то ваша подопечная Алёша. Не отхватила бы статуэтку в номинации «Хит года». Какой ужас. Об этом говорят рейтинги, но не переживайте. У меня есть еще чемоданчик непростой. Здесь все, что нужно современному продюсеру. Это скорая шоу-бизнесовая помощь. Давайте его открывать. Так, это что? Боже. Алёша, как-то можно применить? Или все-таки женщин не стоит? Нет? Не, женщин не бью в принципе принципиально, потому что это бесполезно. А, бесполезно. Что с этим будем делать? Ну, батареи сначала представили, да, в 90-х так делали. Добавить какой-то романтики в отношения между артистом и ее мужем. А как это поможет в Понимаете, награде? Артисты, они же эмоциональные люди. Все какие-то достижения, они рождаются в эмоции. Вот эту эмоцию, может быть, эта штучка и подарит. И тут третий ребенок появляется у Алёши. Ну, на этом ее карьера и закончилась. Макса Барских серьезные конкуренты в номинации «Клип года». Срочно, срочно отправляюсь к его именитому продюсеру. Но какой реакции ожидать от такого творческого, экспрессивного человека, как Алан Бадоев? Алан, я приехала вам сообщить прискорбную новость. Если бы премия была сегодня, то ваш подопечный Макс Барских не отхватил бы статуэтку. Об этом говорят рейтинги. Но у вас есть 3 месяца, чтобы поднапрячь артиста, и он все-таки выбрал эту награду. И вы не волнуйтесь. Хватит. Конечно, уж Бадоев-то точно знает, что крутые клипы – залог победы. Поэтому вместо пустых разговоров отправился допиливать новый видеошедевр. Я-то знаю, как сложно пробиться в шоу-бизнес, когда в нем царят такие профи, как Потап и Настя, «Время и стекло», «Не ангелы». Я жалилась и решила дать шанс совсем молоденькой группе «Селфи». А вдруг моя скорая шоу-бизнесовая помощь поможет девчонкам забраться на музыкальный олимп? Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Что это вы здесь слушаете? Шансончик. У меня новости к вам. Я верю, что вы не расстроитесь и будете продолжать это благое дело для нашей страны. Если бы премия была сегодня, то ваши подопечные, группа «Селфи», не отхватили бы статуэтку в номинации «Группа года». Об этом говорят рейтинги. Но я-то не с пустыми руками еще пришла. Это, конечно, не деньги. А я вообще-то посмотрел, что с саквояжным, с баблом пришли. Боже, какой кошмар, это что такое? Мать вашу! Куда тут играть-то надо? Как ты стоишь, корова? Ну, подвиньте налево, а ты направо. Мне нравится тоже, так хочется кого-то разорвать. Я ж добрый. Божечки, это что такое? О, Юра. Боже, еще одна плетка. А, для двоих? Для двоих, да. Есть над двоих, кем работать. Обеим по заднице понадавать. Ну вот скажите честно, вот только вот откровенно говоря, не устали продюсировать? Может, хватит цускаться с этими артистами? А что еще делать? Нефтью торговать? В политику идти? Это еще хуже, чем я не знаю что. Тут хоть музыка, понимаете? Вот музыка и любовь – это две вещи, которые вот они оттуда, понимаете? Вот. Ну все, теперь украинский шоу-бизнес может спать спокойно. С моей легкой руки продюсеры получат помощь, а артисты перестанут халтурить. Ну что, поехали дальше. И помните, церемония M1 Music Awards уже очень скоро. Минулого тижня рок-гурт «Оторвать» представив новий альбом «Наші люди всюди». Рок-група, говоришь?
Рок-группа — это когда, вы знаешь, после концерта разбивают гитары, ломают всю аппаратуру. Кстати, у Жени Галича была похожая история. Как-то раз после концерта он реально поломал гитару. Когда ехал домой в метро, дверью придавило. Цікаво, на які ще божевільні витівки йдуть рокери на своїх закритих презентаціях. Ви знаєте, по-разному. Вот последний раз, например, напились и танцевали на столах. Целовались с начинающими певицами в губы при жене и ребенке. Упс. Ну, сейчас увидите. Сегодня мы провожаем последний путь рокера. Женя Галич оторван. Спопсился. Итак, новый альбом. Да. Поговаривают, он будет немножечко проще, чем предыдущий. Он же есть немножечко проще. Наши люди сюда. Наши люди сюда. Так было, так есть, так будет. У настоящих рокеров самые крутые девочки. Ну, у вас это жена и ребенок, правда ли это? Рокеры не должны ограничиваться. Я думаю, что должно быть много женщин. Как жена к этому относится? Отлично. Ей нравится? Конечно, ей, она в восторге. Недавно был концерт, на котором выступала ты, потом Оторвальд, потом ОКН Эльзы. Можно сказать, что ты была на разогреве у Оторвальда. Это очень смешно. Это ж круто, быть на разогреве у Оторвальда, и на разогреве у ОКН Эльзы. А охрана, отмена! Он пьяный! Кристина, ну! Кристина, ну я-то здесь при чем? Кристина, ну вернитесь, пожалуйста. Ну зачем он это сделал? Я прошу прощения. Можно я тоже так хочу? Нет. Я готовился к этому интервью. Подождите. Подождите, я же взял. Я же взял жвачки. Кристина, ну почекай. Сегодня на разогреве у Оторвальда теплые пледы и УФО. Поговаривают, настоящие рокеры на своих концертах с разбегу прыгают в толпу. А у вас было такое, что вот ловили? Было такое, что не ловили. Было даже такое, что я думал, что вроде кто-то в зале есть, а их, оказывается, не было. Это было мое видение, и я прыгал. И на следующий день мне рассказывали, что я так делал, а голова-то разбита. Чувствую себя как в квест-комнате, уже целый час пытаясь найти выход. Вы бы смогли громко выругаться матом со сцены в сторону одного из артистов? Нет. Делать. Матом ругаться достаточно грубо. Нужно быть более вежливым и добрым. Именно об этом наш альбом. И что бы вы думали? Все ждали, когда Женя Галич возьмет в руки гитару и сыграет хотя бы акустические версии своих песен. Но нет. Друзья-диджеи просто будут играть диджей-сет. Раньше, когда был стиль пожестче, говорят, что бюджеты были меньше и скромнее. И на свадьбы не звали. Я играл на свадьбе неделю назад. У ребят, которые давно слушают Оторвальд, мы играли на свадьбе. Это круто очень. Воу, друзья. Свадьба, корпоративы, утренники, оргии, жертвоприношения. Да. Я, ведущий. Сегодня на презентации альбома нет барабанов, синтезаторов, гитар. Как думаешь, что еще пришлось продать, чтобы арендовать это помещение? Ты сам ответил на свой вопрос. Продали все. Я сам продюсер, и клип снял я и смонтировал его. А на чем еще экономит группа Оторвальд? Я делал все дизайны на сингл. Я готовил еду. Иногда убирал в студии. Даже покупал свои деньги бумагу туалетную. И даже очень вкусно ее готовил. Нет, да, да. Я всегда буду ладороками. Я Оторвальд записал попсовый альбом. Нифига он не попсовый. Очень попсовый. Жека. Чувак, тут, короче, вот этот штрих. Решил позорнуть, что типа попсовый альбом. Я ему тут рассматриваю, что сейчас его тут 50 человек накроют. Не, фак! Фак! Нет, я считаю, он офигенный. Вот. Уже сказали и озвучили громко, что вы бойз-бэнд. Да, мы бойз-бэнд, который готов надрать всем задницу на премии M1 Music Awards. Я так понимаю, своими собственными руками и кулаками. Легко. Многие приглашенные звезды буквально восприняли эту презентацию закрытой и не пришли. Яна Бо! Как тебе альбом? Я похож на девочку с сиськами, молодую, юную. Похож? Нет. Мне не очень. Вы как суперфанат Оторвальда, как вам? Никак. Вот если проследить... Мне кажется, что интервью зашло в тупик. Как и ваше творчество. Все заходит в тупик рано или поздно. Факт. До головної української шоу-бізнесової церемонії лише 3 місяці. А значить, я ще успіваю хорошенько протролить всіх українських зв'язок і уїхати з країни. Дождітесь ровно через неділю новий випуск M1 Music Awards News. До зустрічі на M1! Бувайте!
давай пять. Знаешь, почему в Козловского никто деньгами не бросается? Не знаю. Потому что Козловский не фонтан. Да еще и не выездной до 99 года. Слушай, я с утра в душе себя чувствую, как реальный представитель шоу-бизнеса украинского. Ты умеешь спевать? Нет, потому что я голый. У нас этого достаточно в шоу-бизнесе. До церемонії M1 Music Awards залишився 91 день, 22 години, 45 хвилин.